Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. Депутаты предложили вернуться к сезонному времени. Соответствующий законопроект опубликовали на официальном сайте Государственной Думы. В пояснительной записке указано, что проект позволит ввести в России более благоприятную систему исчисления времени. Сейчас в большинстве регионов России наблюдаются слишком ранние рассветы. Солнце встает в 2-4 часа ночи, задолго до пробуждения человека. Также рано наступает закат. Все это неблагоприятно влияет на здоровье людей. В последнее воскресенье марта часы нужно будет переводить на час вперед, а в последнее воскресенье октября – на час назад. По мнению экспертов, краткосрочная адаптация некоторых людей при переводе часов незначительна, и ее можно сравнить с переходом от рабочих дней к отпуску. Сейчас сезонный перевод часов применяется в 64 странах.